Всем привет! Рад видеть вас на своем канале. Сегодня покажу посылку с американского сайта iHerb. Я планировала эту посылку перед Новым годом. Хотела поздравить свою маму, подарить подарок какой-то необычный, но в то же время и полезный. И случайно наткнувшись на видео в YouTube, одна женщина увидела, что она тоже дарила подарок своей доброй знакомой. И это был вот такой вот соляной подсвечник. Это цельный кусок соли, в котором вырезано отверстие под свечку маленькую. Сейчас я покажу его поближе. Вот так вот он выглядит. Снизу у него три ножки, чтобы не царапать поверхность, на котором он будет стоять. Внутри уже входит свечечка. Эти свечки, они довольно дешевые, распространенные, их несложно купить. И это действительно кусок соли, цельный. Вот так он выглядит с боков. Даже, видите, немножко неровное самоотверстие, чуть-чуть смещено к периферии. У меня таких свечки две, так как подарка будет два. И они, конечно, отличаются друг от друга, и сразу видно, что это ручная работа. У другой свечки немножко меньший диаметр, и само отверстие, оно именно по центру находится. Я считаю, что очень достойный подарок. Этот подсвечник, он действует следующим образом. При том, как сгорает свеча, при нагревании выделяются ионы, которые, в общем-то, дезинфицируют воздух в помещении, где находится, где стоит этот подсвечник. Я считаю, что очень полезный, очень такой интересный подарок, который не встретишь просто так в магазинах, его нужно искать. Я, честно говоря, такие не встречала, а если они есть, наверное, в каких-то специализированных местах. И цена, наверное, не такая. Я покупала его за 9 с чем-то долларов. Это было, заказ мной был осуществлен 30 ноября, и 8 декабря посылка уже пришла ко мне и ждала меня в Москве в пункте выдачи. Я использовала сервис Boxberry. Уже я им пользуюсь второй раз. Мне очень нравится. Быстро они доставляют посылки. Как я уже сказала, таких свечек у меня было две. Вторую я не буду открывать, показывать. В общем-то, смысл один и тот же. Немножечко форма другая. Но это тот же кусок соли. Мы даже пробовали его на вкус. Ну, интересно, как дети. Облепили его, смотрим. Необычная такая вещица. Я думаю, что достойна внимания. И в дополнение к этим двум свечкам, к двум подаркам, я заказала еще, скажем так, две звезды Ютуба. Все знают про эти мыла. Серия знаменитая от Nubian Heritage. Вот он, официальный сайт. Я оставлю ссылочку на эти мыла. Черное мыло, оно специально для проблемной кожи. Здесь так написано, вот Problem Skin. Второе мыло — морковь и гранат. Производитель написал, что оно содержит витамины А, Е и Ф, которые будут преображать кожу, внешне ее менять в лучшую сторону. Не знаю, насколько это возможно, так как мыло все-таки мало времени находится на лице. А для того, чтобы подействовать, вещество активное должно находиться как минимум 20 минут на коже. Ну, если закрыть глаза на описание, не придираться к нему, то мыло очень-очень достойное. У меня уже были такие, я покупала. Также я покупала еще конопляные. Каждый из мыла имеет свой запах, свое предназначение. Тоже нужно учитывать свою кожу и уже под нее подбирать само мыло. Считаю, что очень-очень достойный подарок в дополнение к свечкам. И еще маленькие такие презентики, тоже довольно известные на YouTube. Это вот такие стики, какао-масло 100% в стике. И новый продукт от этой фирмы Coco Care. Это вот такое вот масло ши, тоже в стике. Правда, сказать, масло ши, оно
Мне показалось, что не очень натуральный состав имеет на первом месте тут минеральное масло. Для тех, кто обращает внимание на это, почитайте аннотацию. Я обязательно оставлю ссылочку внизу. iHerb довольно честно пишет все ингредиенты, все какие-то предупреждения. И срок годности там есть. Поэтому, кому это интересно, пожалуйста, проходите по ссылочкам, смотрите. Вот такие вот комплекты подарков у меня будут. В дополнение к этой посылке у меня было еще несколько продуктов. Первый – это вот такой вот бальзамчик. Он у меня не впервые. У меня были там и клубника, еще какие-то разные были запахи. Очень-очень мне нравится этот бальзамчик. Долго он служит. Он достаточно плотненький такой. Содержит масло ши и органовое масло. Я думаю, что сейчас в зимний период очень-очень будет полезен для губ. Также в разделе пробников я заказала себе вот такие вот патчи под глаза. Сейчас я покажу их поближе. Это две индивидуальные упаковки. Честно говоря, этот продукт для меня новый. Я его не пробовала. Не могу ничего сказать о его свойствах. Наверное, это в пустых баночках. Ну, в общем-то, решила побаловать свои глазки вот такими вот масками. Вот две маски. Открываете, используете одноразовые. И как я уже сказала, упоминала, воспользовалась я услугами логистической компании Boxberry. Мне она нравится, доставляет быстро. Говорила, что заказываю уже второй раз. Посылка пришла, будем считать, за 8 дней. 30-го я оформила и оплатила заказ. Отправили мне только, наверное, дня через 2. И при всем при этом 8 декабря у меня уже заказ лежал в пункте самовывоза. По Москве их несколько, этих пунктов. Забирал у меня из пункта самовывоза муж, не я, хотя на меня был оформлен этот заказ. Я ему дала копию паспорта своего, и Boxberry еще просит делать хотя бы рукописную доверенность. Несмотря на то, что он муж, но все же жена как бы мужу доверяет представлять ее интересы. Такой бланк доверенности можно скачать из интернета, он довольно простой, или просто написать от руки. И в подарок мне дали вот такую вот скидку 10% на La Moda, на заказы. Я, честно говоря, не пользуюсь этим сайтом. Если, девчонки, кому интересно, пожалуйста, воспользуйтесь этой скидкой на 5, по-моему, раз. Это все действительно до 31 января 2015 года. Для тех, кто пользуется этим сервисом, берите, запоминайте, мне не жалко, пожалуйста. Буду только рада. Что еще хотелось бы сказать? Может быть, кому-то полезна была эта информация, и что-то почерпнете вы для себя в рамках подарков, для своих любимых, родных, воспользуйтесь. И так как вот эта компания, она быстро доставляет Boxberry, я думаю, что вы сейчас очень даже уложитесь в сроки и подарите прям к Новому году очень-очень достойные, интересные, самое главное, полезные подарки. Мне кажется, вот красота для женщины, да, для поддержания, это что можно лучше придумать, чем какие-то вот такие вот косметические вещицы. На сегодня это все. Это была вся моя посылка. Я была рада вас видеть на своем канале. До встречи в моих новых видео. Пишите комментарии. Может быть, какие-то вопросы возникнут. Что-то, может быть, я забыла сказать. Обязательно мне об этом скажите. Я постараюсь вам помочь, подсказать что-то. Ну, а сегодня это все. Пока.